Здравствуйте! Впереди майские выходные. Как провести их интересно и культурно? Ответы в афише. Меня зовут Ольга Волкова. И прямо сейчас я расскажу вам о самых значимых городских событиях. Уже сегодня, 29 апреля, можно погрузиться в готическую атмосферу в особняке Клотта. Детская картинная галерея приглашает на авторскую экскурсию при свечах. Кроме залов, всегда доступных для посещения, экскурсионная группа сможет увидеть потайные места особняка, обещают организаторы мероприятия. Встречаемся в 20:30. Насыщенная культурная программа ждет жителей и гостей Самары в День весны и труда. Праздник начнется в 5 часов вечера тематическим квестом на площади Куйбышева. Здесь организуют 40 станций, на которых можно будет примерить на себя разные профессии. В 6 часов вечера начнется концерт, а завершится 1 мая ярким фейерверком. Он прогремит в 21:30 в парке 50-летия октября. Также с 1 мая возобновляет работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Посмотреть любимые фильмы на свежем воздухе можно на 4-й очереди набережной Волги. Большой экран находится у амфитеатра у монумента «Ладья». Актуальное расписание сеансов можно узнать на официальной странице Самарской набережной ВКонтакте. Конечно, можно отправиться в театр. Например, камерная сцена представит на обозрение зрителям спектакль-концерт «А у нас во дворе». Постановка по пьесе современного драматурга Валерия Золотовицкого. В деревянном доме, предназначенном под снос, живут герои в ожидании скорого переезда в новые квартиры. Здесь они влюбляются, ссорятся, ищут смысл жизни. Словом, живут жизнью обыкновенных людей. И еще поют любимые шлягеры 60-х, 70-х и 80-х годов. Приходите посмотреть. 1 мая, 18:00. Обаятельная и ни к чему не обязывающая комедия. Четыре пары накануне прибавления, круглые мамочки и 40-летние актеры в роли неродившихся еще младенцев. Таким зритель увидит комедийный спектакль «Роддом» в исполнении театра «Самарская площадь». Встречаемся 3 мая, 18:00. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. О других интересных событиях из жизни города узнаете в следующую пятницу. Хороших вам выходных!